Всем привет! На примере ноутбука Acer рассмотрим возможный вариант замены несъемной клавиатуры. Для этого с его обратной стороны откручиваю все винтики, воспользовавшись отверткой под звездочку. Далее, пройдясь аккуратным медиатором по периметру нижней крышки, отстегнув таким образом фиксирующие защелки, снимаю основание. Теперь остается демонтировать большую часть имеющихся здесь компонентов, что займет некоторое время. Можно обратить внимание на то, что у лэптопа имеется свободный отсек для 2,5-дюймового жесткого диска и оперативной памяти. Добравшись до площадки, закрывающей клавиатуру, с помощью канцелярского ножа аккуратно срезаю фиксирующие пластиковые шляпки. При этом оставшиеся кусочки я сохраню для будущего монтажа. Хочу заметить, что такой подход занимает достаточно продолжительное время. Освободив площадку от крепления и немного отогнув петли, снимаю располагаемую под ней старую клавиатуру и устанавливаю новую. Чтобы она правильно легла в свое место и никакая клавиша не была зажата, поступательными движениями прохожусь по ее периметру. После чего, обратно поставив площадку, в углубление, где находятся направляющие фиксаторы, помещаю остатки демонтированного пластика и паяльником сплавляю с основанием. Таким образом, прохожусь по всем ранее расклепанным креплениям. По итогу это выглядит данным образом. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.